Всем привет, с вами Сад Огород. Сейчас август месяц, перед нами теплица, в которой урожай фактически вырос. Теперь он здесь дозревает. Урожай был хороший в этом году. Помидоры выращивались без проблем. По сравнению с прошедшими годами. Хотя погода была довольно-таки холодной, но помидоры посажены очень рано по сравнению с предыдущими годами, где-то на 2 недели мы раньше посадили, и этим самым, значит, добились более хорошего урожая по сравнению с прошлыми годами. Вот. Определили 2 хороших сорта. Вот мы видим салатный сорт очень хороший, у них даже листья не пострадали от фитофторы по сравнению с другими кустами. Вот мы видим, они до сих пор зеленые стоят. Помидор довольно-таки сладкий, салатный, значит, его можно брать на будущий год опять, поскольку он довольно-таки стойкий. Вот. Ну, остальные помидоры тоже неплохие. Вот я вижу салатный, который пошел на 2 ствола. Очень хорошо здесь из одного куста получилось 2. Таких кустов много у нас. Вот еще один. Тоже рогатка стоит. Ну, здесь помидоры несколько помельче. Но они хорошо в банку пролезут. Поскольку вот такой вот особо не засунешь никуда. Вот здесь тоже вот мы видим рогатка. Здесь рогатка на 2 ствола. То есть так можно делать, если позволяет, значит, место, то можно двойной ствол вести. Особенно там, где пониже, нижняя часть теплицы. Там, где высоко, конечно, можно и в 1 ствол делать. Как вот здесь, скажем. Здесь вот раз кисточка, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 кисточек достаточно. Вот. Вот этот сорт тоже, мы видим, он не пострадал от болезней. Тоже, видимо, хороший какой-то, стойкий к фитофторе. Это салатный сорт. Итак, урожай в этом году созрел хороший. Можно приступать к заготовкам на зиму. Спасибо за внимание.